О, я рыба! Смотрите, как классно быть рыбой! Вообще, ты плаваешь, веселишься! О, смотрите, как мой друг сдулся! Вообще ж круто! О, вот смотрите, как еще мы можем прыгать и все! Круто, конечно, он подпрыгнул, но мне так же бы научиться! Что? Это солнце? Ого! Я не думала, что вообще есть солнце, ведь я же рыба, я живу в аквариуме, для меня солнце это что-то такое. Так, давайте в прятки поиграем. Так, все, мне нужно спрятаться. Так, все, главное, чтобы меня никто не заметил. Так, ладно, везде места все заняты. О, может быть, я как раз таки здесь спрячусь? Здесь, наверное, будет лучшее место. О, что? А почему моих друзей забирают? Одного друга забрали? Так... Еще одного забрали? Неужели сейчас еще одного? Уже всех моих друзей забрали. Блин, ну может быть кто-то остался? Ау, кто-нибудь здесь остался? Блин, да неужели я осталась одна? Значит, следующая очередь будет моя. А успеешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 3, 2, 1. Молодец! Мне срочно нужно выбираться отсюда, ведь я одна в этом аквариуме. Только представьте. Ой, как же я устала быть одной. О, стоп, что? А почему я была перевернутая? О, и почему я в таком маленьком аквариуме? Блин, кажется, меня переселили из такого большого аквариума в маленький. Блин, а вот еще и моя хозяйка, которая постоянно всех рыб забирает. Так, о, стоп, смотрите. Ой, ну хотя бы меня кормят. Вы видели, там был океан. Хм, кажется, у меня есть идея. Ой, это же мои друзья. Смотрите, это... это были не мои друзья. Блин, ну только посмотрите. Вот, скорее всего, может быть, в этом океане, может быть, кто-то живет из рыб. О, стоп, что? Как покатился мой аквариум? Блин, так, ну все, продолжаем. Давайте толкать, толкать, толкать. Блин, кажется, у меня появился план. Океан. Толкайте мою вот эту штуку. Вообще аж круто. Так, ну все. Мне кажется, что можно уже как-то выбираться. Еще и двери открыты. Блин, хозяин, конечно, еще и двери открытыми оставил. О, смотрите, а вот как раз таки мой аквариум. И смотрите, вот там вот городок. А вот там как раз таки океан. Блин, о, вау, смотрите, и мост. И здесь, кстати, еще такая комната. Хм, интересно. Ну да, конечно, у нее реально зоомагазин целый. О, так, да блин, это ж легко проходить, давайте вот сюда упадем. Так, главное аккуратно и... Ой, блин, я, кажется, реально упала. Блин, так жалко на самом деле. О, смотрите, я опять заспавнилась, то есть получается, нам нужно как-нибудь аккуратно пройтись. Ну ладно, давайте. Поплыли, поплыли, так, плывем. Ну ладно, не плывем, а толкаем. Ну для меня это будет плыть, так как мы же плывем, по сути, и толкаем вот эту штуку. Так, осторожно. Хорошо, что моя хозяйка ушла ненадолго. Да, и давайте катимся дальше. Опля. Так, все, здесь тупик. Так, где я? Так, хорошо, давайте дальше проходим. О, смотрите, здесь еще и другие есть рыбы. И интересный поворот. Ой, куда я упала? А нет, со мной все хорошо. Я даже что в нужное место упала. Так, отворачиваемся от моей еды. Да, кстати, я, скорее всего, может быть, долго даже и не протяну. О, я на ковер упала. То есть мне на ковры можно падать? Так, хорошо. Блин, так интересно, да, все посмотреть. Только посмотрите. Так, я, кстати, где-то видел еще моего друга. Блин, а я дальше пойти не могу. Ну ладно, придется мне идти уже туда. Давайте опускаемся. Так, здесь столько коробок, посмотрите, у моей хозяйки. Ой-ой-ой, я же не туда завернула. Эй, вы куда завернули? Давайте сюда, сюда, сюда. Так, заворачиваем. Вот так. Вау, только посмотрите. Это что, такой прекрасный город? Только посмотрите. Вау, я такого в жизни не видел, такой красоты. Ну все, я рыба. Ну блин, я хотя и была рыбой, но все равно. Была, не была. Давайте посмотрим, что там. О, смотрите, люди ходят. Блин, круто. Так, может быть, я как-нибудь здесь спущусь полезть, хотя, смотрите, здесь растения. Блин, хотя я так просто упасть не могу. Давайте посмотрим, что там. Так, ой-ой-ой, блин, я сейчас упаду. Нет. О, стоп, что? Я качусь по проводам? Блин. Кстати, у меня появился план, я же могу так по проводам вообще.
катиться, это круто, блин, это, конечно, вообще круто. И только посмотрите, как красиво. И вообще, какая я все-таки прекрасная рыба, только посмотрите. Ой, блин, ну вообще, мне так нравится эта игра, потому что я рыба. О, стоп, кто там разговаривает? О, нет, я падаю. Блин, все-таки по проводам нужно тоже как-то аккуратнее быть. Хорошо, так, где я была? Так, вот, получается, вот там живет моя хозяйка. Значит, и... О, вот, кстати, зоомагазин, видите? Который мы видели в самом начале. Так, давайте вот так катимся. Ой, как круто, смотрите. Да, вообще какой-то чувак стоит, а кто-то разговаривает. Блин, так вообще круто. Так, ой, блин, растения, извините. Ой, я что, разговариваю с растениями? Так, вот как раз-таки там зоомагазин, где написано Pet Shop. Блин, куда я качусь? Блин. Я даже не заметил, куда я качусь. Блин, жалко, конечно. Хорошо. А я же на том же месте, да? Да, я на том же месте оказалась. Так, нам нужно все осмотреть и вообще понять, куда нам нужно идти. Так, осторожно. Вот так давайте спустимся. Аккуратно, видите? Мы аккуратно очень спустились. Что это было? Очень как бы маловероятно, я бы вам сказала. Так, давайте немножко опустимся для нашей безопасности. Давайте посмотрим, что там такое. Так, аккуратно смотрим. О, вот там чекпоинт, значит, я в правильном направлении иду. Так, на ковер падаем. И мы не разбиваемся, так как мы же на ковре. Да, хорошо. О, здесь как раз-таки у нас есть респаун, чтобы мы, естественно, смогли возродиться. Так, аккуратно. Ой, ну, конечно же, мне этот так мост нравится. Вообще, прям на него смотреть готова всю, прям вообще, все это время. Так, аккуратненько проходим. Да, конечно, аккуратненько у меня не получается. Ведь я же в аквариуме, как здесь можно что-то делать аккуратно? Так. Ну, здесь должно быть что-то. О, да, смотрите, здесь как раз-таки те провода. Так, ой, нет, 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 нет. Ой, блин, а я так была близка к победе. Ну, хотя ладно. Здесь, в принципе, недалеко же. Хорошо, что есть респавны, блин. Было бы жалко, если бы я бы, знаете, бы каждый раз... Проходила бы сначала, да? У меня бы времени, наверное, не хватило бы, чтобы вообще, наверное, поспать. И, например, там, вообще, целый день, наверное, бы ушел, чтобы эта рыбка дошла бы до океана. Ну, конечно же, здесь есть респавны. И, в принципе, классно быть рыбой. Ты такой плаваешь в аквариуме. Кстати, мне это очень рыбка нравится, за которую я играю. Нет, 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 нет. Блин, опять я упала с этого. Ой, я покатилась, как колбаска, смотрите. Так, ладно, мне интересно, как я катаюсь. Мне лучше просто быстренько вот так вот, смотрите. Я сейчас буду суперменом, точнее, суперской рыбкой, которая даже не может пройти через коробку. Это, конечно, удивление. Так, давайте сразу заворачиваем, чтобы нам не врезаться в вот эту вот штучку. И сейчас сделаем вот так, и чтобы мы никуда не врезались. Я нашла мой лайфхак. Просто. Так, давайте сделаем вот так и вот так. Все, я должна. Да, 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 у меня получилось. Есть, ну наконец-таки. Только посмотрите, и я укатываюсь с этого места. Так, давайте. Ой, блин, мне нужно сейчас как-то что-то сделать. О нет, оно даже само это получилось. Смотрите, как я смешно вот просто катаюсь. Блин, круто же, конечно, и то, что люди ходят. Люди ходят, это, естественно, понятно. Главное, чтобы они были хорошими. Так, и респаун у нас есть. О, смотрите, здесь вот такая, типа, труба, не помню, как называется. Давайте мы про ней прокатимся. Отлично, так. Мы катимся, вроде бы все хорошо. Вот смотрите, дома вообще. Кстати, смотрите, а я-то уже вижу это море. Давайте плывем, ну давай, 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 давай. Опля, все, мы прокатились, ура. Блин, конечно, вот это приключение. Только посмотрите на эту руку, как она катится. Блин, конечно, так красиво. Вы только не представляете. Хотя, вы видите это сами. Кстати, знаете, я здесь послушала этих людей, про что они говорят. И они говорят про какие-то тортики. Блин, они что, реально любят тортики? А рыб? А, нет, хорошо, что они не любят рыб. Так как рыб, я же рыба. Да, ну тортики есть, это очень хорошо. На самом деле, я тоже люблю тортики, но только по, естественно, по праздникам. Так я, ну, может быть, не ела бы, например, бы каждый день. Это вообще невозможно почти. О, давайте по проводам. Нет, 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 блин, я разбилась. А, хорошо. У меня же даже респауна нет, чтобы я... А, ой, блин, смотрите, мне куда далеко нужно идти.
Да, конечно, здесь у нас долго не будет респавна. Но ничего страшного. Все-таки пройдем мы еще раз. Я же рыба, у меня бесконечные силы, вы что? Ну, до тех пор, пока у меня не закончится кислород, если я захочу есть, то все. То как бы, наверное, это. И, кстати, вы думаете, зачем кислород рыбам? А вот у них есть своя такая система. И они тоже дышат этим кислородом, просто через какую-то другую систему. В общем, это все не важно. Нам главное сейчас найти вот то, что нам нужно. Я вижу какие-то кусочки, которые, знаете, прыгают. И это очень странно, значит, я должна, наверное, к ним идти, но это не респавн. И это очень жалко. Так, давайте, оп, аккуратно вот здесь, вот так, о, все, я качусь, и это радует, ведь я сейчас не должна упасть. Ой-ой-ой-ой-ой, нет, а, о, меня кусты спасли, боже, как я рада, что меня спасли эти кусты. Ведь если бы это было бы не так, то мы все, наверное, бы, так, о, смотрите, как красиво, о, смотрите, океан. Океан, блин, как круто. Так, ну ладно. Ой-ой-ой, мне не нужно туда идти. Блин, ковер хорошо, цветок. Так, здесь кто-то есть? Нет, машина. Оу, нет, меня задавила машина. Смотрите, как я близка к цели. И просто я здесь валяюсь и... Естественно, понятно, что у меня нет кислорода, и это и вода, и мне нужна и воздух. Так, хорошо, здесь нужно как-то работать логически. Если, смотрите... Так, все, остановись, мне нужно смотреть, но мне не нужно идти туда. Так, все, вот здесь останавливаемся. Нет, мне нужно остановить мой аквариум. Вот, смотрите, вот едет машина. Так, вторая едет машина, и мне нужно именно покатиться, когда едет машина. Вот здесь примерно, давайте вот так. Так, едем. Так, пожалуйста, хоть бы мне повезло. Ой, нет, меня прям задавила машина. Блин, уже во второй раз. Ну ладно, знаете... Все-таки это, в принципе, я поняла, как нужно делать, плюс-минус. Я же, получается, прошла первую полосу. Мне нужно как-то пройти вторую полосу. Так, блин, я слишком рано это сделала. Хотя, смотрите. Да неужели, Только посмотрите. Вот, уже я почти в океане. Так, ладно. Так, катимся. Вау, только посмотрите на этот мост, на это все. Я сейчас окажусь в океане, хотя... Мне, может быть, как-то нужно свой аквариум разбить. Давайте я пройдусь до конца и посмотрю, как вообще на меня отреагируют люди и все такое. Оу, а здесь, кажется, уже тупик. Здесь уже никак нельзя не выйти ни туда, ни туда. Ну, давайте посмотрим, что будет, если я упаду... в океан. Ну что, вы готовы? Опля! О, смотрите, я упала. Естественно, в этот океан, и у меня получилось. Блин, это так круто. И я сейчас в океане уже как живая рыбка. Ставь лайк, если понравилось это видео. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а пока, переходите смотреть следующее мое видео. Увидимся там.